Алексеевна, специальные призы за яркое выступление на конкурсе награждаются следующие участники. Это Голубева Маргарита, Нижегородская область Семенов, детская музыкальная школа имени Шестерякова, преподаватель Куприва Ирина, Жукова Вероника, Россия, Санкт-Петербург, детская музыкальная школа номер 18, преподаватель Кузнецова Катерина, и Купчик Дарья, Россия, Санкт-Петербург, детская школа искусств имени Мравинского, преподаватель Стоянова Лидия. Люди, пусть пожалуйста, вставайте, девочки. Вставайте. Где наши дети? Где наши дети? Так, у нас одна, стойкий оловянный солдатик. Это у нас только Голубева Маргарита, я так понимаю. Пожалуйста. А ты еще у нас? Жукова. Так, мы будем вызывать, если нет, все. Спасибо. Вероника Жукова где? Потом тебе еще за себя надо выходить, поэтому поздравляю. Так, и я приглашаю на сцену наш заключительный номер инструментальной номинации. Привет, какая прелесть. Вот мы сейчас это все и услышим. Так, где
Мы можно сюда поставить? Не потеряется. Вот здесь. Кто ты заберешь аккуратненько? Пожалуйста. Да. Пожалуйста, исполняй. ¡Gracias!
Thank you.
лауреата первого всероссийского конкурса вокально-инструментального искусства награждается Романенко Полина, Волгодонск, детская музыкальная школа имени Шостаковича. Как у нас много этих прекрасных Арина Миррей, Канада, Квебек, консерватория музыки и театрального искусства. Это наш вокальный ансамбль в средней группе. Тезенина Диана, Тезенина Кристина, детская школа искусств имени Свиридова. И это вокальный ансамбль детства России, Челябинск. Детская школа искусств номер 3, преподаватель Балицкая Ольга. Я вас приглашаю на сцену, а я вообще, ребята, из Челябинской области. Вы понимаете, вот как у меня все... Я так рада, что вот те города, в которых я принимала участие, никак не имеет никакого значения, что я там кого-то подыграла. Просто мне приятно, что такие у нас таланты есть в России. Концертмейстер Мария Чернова.
сообщества «Друзей русского музея». Мы попросили подумать о специальном призе. Специальный приз, конечно, мы предложили, что это должен быть наш золотой поэт, который относится к золотому веку, Александр Сергеевич Пушкин. Ну, наверное, я не открою для вас большой секрет, что 6 июня 2019 года этому великому русскому поэту исполнилось бы 220 лет. То есть мы отмечаем большой юбилей. Поэтому у нас и награждение было за лучшее исполнение музыки русского композитора. Я хочу сейчас еще и сразу пригласить Олега Васильевича. Олег Васильевич, пожалуйста. Почему я вас хочу пригласить? Вы, наверное, догадываетесь, что один из номинантов ваших призов есть наш конкурсант, который этот приз выиграл. Я хочу поздравить Носкову Ангелину. Студентка Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова, класс преподавателя Романовой Нины Ивановны, прекрасной коллеги Елены Васильевны Образцовой, прекрасной певицы, меццо-сопрано. Ну, вы знаете, когда у нас исполнялась Адель вчера в 15-16 раз, я тихо стала ненавидеть этот романс. Но вы постарались сделать это достаточно благородно, достаточно красиво и ярко. А приложение Олег Васильевич сейчас озвучит. Пожалуйста. Что вы хотите подарить? Пожалуйста, скажите нам. Сейчас, секундочку. Дорогие друзья, я представляю зал органной и камерной музыки имени Елены Образцовой. Это первый зал, названный именем этой великой певицы. Зал находится в Атомграде, Сосновый Бор. Вы все знаете, что это такое. Электричество получается именно оттуда. И я хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли участие в этом конкурсе, пожелать вам всего самого наилучшего и хорошей карьеры. Я хочу вручить вам вот такой диплом, ну и чтобы вы слушали музыку, ту, которую надо слушать. Все, понял. Дорогие друзья, сниму очки, не вижу, в очках не вижу. Олег Васильевич, ну вы же все-таки у нас солист, лауреат международных конкурсов. Между прочим, номинации проведены 11-15. Единственный контртенор, который в Советском Союзе смог закончить высшее музыкальное заведение – это Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. Вот нету контртеноров, которые могли бы это сделать. Вот один человек перед вами. Спасибо за рекламу. Дорогие друзья… Вы в рекламе не нуждаетесь. Нет. Нет. Я знаю. Я хочу позвать на эту сцену, на это пространство Гришкевича Артема из Белоруссии, Гродно государственный музыкальный колледж, за артистизм и яркую индивидуальность от нашего зала имени Елены Образцовой. Тоже к вам подарок. Спасибо. Вы знаете, как приятно, что у нас столько городов и государств. Ну вот немножко захожу вперед, но хочу вам сказать, что сейчас вот Данько Игнат, он должен быстренько у нас красиво уехать. Мы его красиво проводим, мы его сейчас красиво поздравим. И я попрошу его выйти на сцену, потому что он у нас стал не только дипломатом, он у нас ведь стал лауреатом нашего конкурса, и уже вы вошли в историю этого конкурса. И я хочу пригласить на сцену Петухову Арину Мирей. Nous y faisons.
отметить, что у нас специальные призы, они еще имеют место. И я хочу пригласить на сцену Розенфельд Николь. Да, пожалуйста. Быстренько получайте тогда. Мы ее награждаем. Она еще награждается дипломом Фонда исторической фотографии. Преподаватель Чернова Галина. Москва, знаменитая Мерзляковка. Мы переходим к номинации лауреатов «Старшая группа». И я хочу пригласить на сцену, поздравить вас и отметить. Это Авдеева Мария, Москва, училище Медмесиных. Это Миронова Елизавета, Рязань, колледж имени Пироговых. И это Остер Ринана, Государство Израиль. Вы знаете, по мнению жюри, вот как-то так они решили и отметили, пожалуйста, нам, да, призы, хочу сказать, да, это Ринана, что Ринана является голосом конкурса. Вот, видимо, по мнению наших прим, это Мария Людько, заслуженные артистки России, это заслуженные артистки Инессы Косоловской и заслуженные артистки Ларисы Рудаковой. Вот они так думают, что вот должен быть такой настоящий голос. Но это не значит, что вот наши лауреаты этим не обладают. Порадовали, и мы отметили их высокий профессионализм. Но, девушки, в вашем возрасте все надо петь на языке оригинала. Вы понимаете, о чем я говорю. Я вас поздравляю. Ринана остается на сцене. Спасибо. Выучила Саша Модина, сейчас она Александра Тарасенко, потому что Саша Модина тоже наш человечек. Почему? А потому что Александра Модина являлась лучшим концертмейстером конкурса Елена Образцова. По-моему, это был 4-й год. Да? 5-й. Отлично. 5-й был у нас, извините, в Москве мы не могли там. Не было очных
конкурсных номеров. У нас было только заочное прослушивание. Я хочу пригласить на сцену Людмилу Матвееву и Ольгу Буната. Девочки, я вас поздравляю, вы очень большие умнички, я вам дарю, ну, кроме денежной премии, вот здесь вот, здесь есть у нас творческая школа вокального мастерства, Елена Марсюк, понятное дело, полная школа пения Варламова, я вас поздравляю, и диплом лауреата. Спасибо. Ты моя землячка, но не потому, что ты выиграла, а потому, что слушала это про Соловское, я вот ей доверяю. Буната Ольга Марьяновна, школа вокала Ольги Буната награждается. Ну, получается, твоя школа получила. Это уже, да. И презентацию. Жду от тебя материал, чтобы мы печатали в планете музыки. Здесь премия, книжка вокального мастерства Елены Образцовой, диплом и, конечно, школа пения Варламова. Спасибо. Я хочу пригласить на сцену ансамбль из города Курск. Пожалуйста. Наслаждаясь искусством великих русских живописцев. Диплом за нами, сейчас мы его передадим вам, а это ваш подарок от Общества друзей Русского музея. Главный приз, вот как бы, ребята, лауреаты, вот такая медаль у вас у всех. Вот эта золотая большая медаль, красивая, образцовая, гениальная. Со своими волшебными ручками, вот так вот смотрит вдаль на тебя, наслаждается твоим искусством. Пожалуйста, я тебе вручаю наш гран-при нашего культурного центра. Сюда. И, пожалуйста, вот этот драгоценный сосуд. Держи его аккуратно. Подожди. Да, здесь коробочка. Давайте.
давайте я все это возьму аккуратненько. И, пожалуйста, закройте нашу церемонию красивой музыкой. А поможет вам Дарья Лебедева. Насколько талантлива наша земля и насколько в разных музыкальных жанрах прекрасно себя показали лауреаты и дипломанты. И надеюсь и верю в то, что на будущий конкурс это количество увеличится во много раз. Потому что русская земля, и не только русская, талантами не оскудеет никогда. Удачи вам! Да, спасибо большое. Спасибо. А теперь я прошу Людмилу Владимировну, надо общую фотографию сделать с лауреатами и дипломатами. Как-то уж так это получится, но я вас прошу выйти на сцену. Челябинск, Курск, Израиль.